Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Trailblazer 2007 года выпуска. Двигатель 4.2, бензин, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 187 тысяч километров. Заменю на нем сальник с левой стороны в переднем редукторе и заменю на нем масло в переднем редукторе. Поднимаю автомобиль, снимаю переднее левое колесо и смотрю, как там уже дальше. Поднял автомобиль, снял колесо. Вот привод мне, который нужно вытащить из редуктора. Он с этой стороны, в принципе, больших трудностей не должно быть. Что я для этого сейчас сделаю? Я отцеплю провод на АБС, откручу два болта крепления кронштейна шланга, откручу шаровую опору верхнюю с рычага, и даже рулевой наконечник я откручивать не буду. Я думаю, что у меня цапфа отойдет, и я смогу выдернуть привод. Но на ступице я его откручу. Фиксирую диск тормозной. Головка здесь на 35. Привод ходит отлично. Так, отщелкиваю стопор. Отсюда поддеваем его спереди. Здесь ключик на 10. Отошло. Гайка на 15 и болт тоже на 15.
Сайлентблоки. Сайлентблоки вырваны, верхние менять надо. Шаровая стучит, верхняя. Менять надо. Сейчас попутно, пока делаешь одно, найдешь еще другое. Выдергиваю привод. Быстро выскочил. О, фу. Отлично. Ну, показывает вот это уже, как чистить-то не буду. Вычищаю, чтобы посмотреть, проверить, такой он новый пришел, не такой. Я уже только после этого буду выдергивать. Новый сальник оригинальный, 192-57-296, ЖМ, вот такой вот идет, и сидит он, получается, вот таким образом. Здесь с обратной стороны прижимная, оторву, покажу. Вот, вот такая вот коронка. А здесь вот такой вот сальник. Выдергиваю старый. Через низ подталкиваю монтажку. Поддеваю сальник.
Выдернул. Точно такой же всадник. Сейчас усики совпадаю, совмещаю с гайкой и забиваю его оправочкой. Он потихонечку, не спеша, сальничек идет. О, практически на месте. Так, мою привод. Посадочное место. Там, если даже пыль, грязь какая-то попала, смываю. И завожу привод на место. Придерживаю привод. Все, привод сидит на месте. Шаровая опора. Болт смазываю. И затягиваю.
Вот и все. Сальник поменял. Теперь сливаю масло и заливаю новое. Откручиваю. Пробку. Я никак не мог подумать, что это пробка. Вот у нас спереди привода. Головка на 18. Она такая здоровенная, что сюда масло должно забегать с разбегу. Ну, а снизу у нас... А что снизу? Ее отсюда видно. Зря пускал. Вот если посмотреть... Вот она, пробочка на 14. То есть пробочка на 13. Сейчас я ее откручу. Thank you.
маслосливная пробка с старопластовой прокладкой и длинный болт. Масло сбежало. Закручиваю обратно. Все, пробочку закрутил. Теперь беру, заливаю масло. Масло буду использовать Кастрол 75W90. Такое же, как задний редуктор. Номер для заказа 150-07-Е. Взял шланг подлиннее, тот короткий неудобно. Вон и масло появилось по уровень. Сейчас немножко побежит и перестану. Все, пошло масло. Протираю вокруг грязь. И закручиваем пробку. Все. Сальник я поменял, и масло я заменил. Всего вам доброго.